Привет, это канал I Like Pet, я Таня. День рождения питомца – радостное событие. Праздники любят не только люди, но и животные. В этом видео мы расскажем вам, почему обязательно стоит устроить праздник в честь дня рождения питомца. Как и люди, домашние животные любят праздники, особенно когда этот праздник устроен в честь них. Хотя питомцы не понимают смысл празднования дня рождения, они будут рады получить подарки, провести время со своим хозяином и принять гостей. Почему же еще отпраздновать день рождения любимца – отличная идея? Давайте разбираться. Первая веская причина устроить праздник в честь дня рождения питомца – это возможность найти единомышленников. На праздник можно пригласить других владельцев домашних животных вместе с их любимцами. Так питомец сможет найти новых друзей, а вы – единомышленников. Ведь владельцам домашних животных всегда есть о чем поговорить. Следующая веская причина устроить праздник в честь дня рождения питомца – порадовать домашнее животное. Любимец будет рад празднику, ведь это означает много подарков, лакомств и веселое времяпровождение с хозяином. Даже если питомец не поймет, что сегодня праздник устроен в честь него, он точно заметит, что этот день особенный. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Еще одна причина – порадовать себя. Что может быть лучше, чем провести время со своим любимцем и увидеть его искреннюю радость и благодарность? К тому же вместе со своим домашним животным вы можете провести время за занятиями, которым давно хотели уделить время. Провести время с любимцем – также отличная причина отпраздновать день рождения животного. В честь праздника вы можете устроить необычное времяпровождение с питомцем. Например, сходить на фотосессию или съездить за город. Это не только обрадует любимца, но и поможет укрепить вашу с ним связь. Что ж, перечисленные причины отпраздновать день рождения питомца действительно веские. Не забудьте о них, готовясь к дню рождения вашего животного. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!